Историческое путешествие – увлекательный жанр. Взгляд в прошлое открывает много поучительных страниц, дает возможность увидеть наше время в совершенно ином свете. 1790 год. Молодой русский литератор Николай Карамзин путешествует по Европе. Он изучает местные нравы, собирает материалы для своих будущих произведений. Через несколько лет его письма русского путешественника произведут фурор в Москве и Санкт-Петербурге. Однако вояж этот остался в памяти народной благодаря совершенно другим обстоятельствам. Как повествует исторический анекдот, небольшая поломка на пути домой вынудила экипаж остановиться где-то недалеко от Женевы. Узнав о русском происхождении гостя, любознательный хозяин постоялого двора спросил Карамзина: «Ну, как там в России?» Будущий автор, истории государства российского, ответил предельно кратко. Так неужели воруют только в России? Может ли воровство быть национальной особенностью? Чтобы узнать это, мы совершим захватывающее путешествие по странам и эпохам. Мы исследуем самые потаенные механизмы мировой коррупции. Пройдем по извилистым лабиринтам взяток, откатов и поборов. Наша задача – поставить диагноз этому явлению и попытаться найти лекарственные средства. Существует ли оно на самом деле? Скоро узнаем. В фильме «Казнокрады. Поучительные страницы истории».